Привет, привет, ребята, с вами Талига, и заранее извиняюсь, если я буду запинаться в этом ролике, так как записываю не первый раз. В общем-то, в этом ролике я хотел бы вам подробно объяснить, как установить на свой VPS-сервер с операционной системой CentOS 6 графическую оболочку XRDP. Сначала надо зайти на свой сервер, в PuTTY, конечно же через PuTTY программу, по SSH. Я заходить не буду, так как не хочу палить там свой IP настоящий. Но я вам сейчас все подробно объясню, как все делать. Когда вы вошли, вам надо там залогиниться, конечно же, и вбить команду вот эту. sudo pробел su. Это команда для получения root. Прав для получения суперпользователя. Когда вы получили суперпользователя, тогда вы можете спокойно вбивать команды, которые будут в описании, для установки, конечно же, этой графической оболочки. Вот эти все команды, которые будут, собственно, в описании, повторюсь. Все вбиваете по одному разу, и все по очереди. Сначала вот эту ставлю, потом эту. Не все вот так скопировать, а все по одному разу и по отдельности. В общем-то, все. Но тут я привел один пример. Не помню, в какой команде, но вам потребуется согласиться с установкой. У вас вылезет вот такое окошечко, где вам надо согласиться. Y это да, N это, собственно, нет. Вы, собственно, соглашаетесь, вписываете Y и нажимаете Enter. Все, у вас загрузка, дальше пойдет установка. Если вы, собственно, нажимаете N, нет, то, собственно, у вас установка прекращается. В общем-то, это все. Все команды в описании, устанавливайте себе на сервер CentOS с операционной системой CentOS 6 графическую оболочку XRDP и, собственно, пользуйтесь. Всем удачи, всем пока.